Засветись и сохрани себе жизнь. В гимназии номер 56 сотрудники ГИБДД провели урок по безопасности дорожного движения. Юным люберчанам рассказали, что нужно сделать для того, чтобы водитель заметил пешехода в темное время суток. На занятии побывала и наша съемочная группа. Мы собрались с вами поговорить о том, о дорожной безопасности. Я даже выделю это слово о детской дорожной безопасности. С наступлением осени темнеть стало рано. Переходить дорогу в темное время суток опасно. Водитель может не заметить человека. Как для детей, так и для взрослых существует несколько важных правил. Предлагаем пешеходам, участникам дорожного движения использовать в своей одежде более яркие цвета, яркие в том плане, чтобы они были видны водителю транспортного средства. Ну и кто одевается в темные цвета, и также с целью, чтобы себя обезопасить, детей, взрослых, предлагаем, рекомендуем настоятельно использовать в своей одежде светоотражающие элементы. Чтобы проверить качество светоотражающего элемента, нужно сфотографировать его на телефон, используя вспышку. Хороший отражатель на снимке будет засвечен. Вот такой принцип у световозвращающего элемента. Брелок или стикер на липучке. У многих школьников светоотражающие элементы висят на рюкзаках. А чтобы еще больше обезопасить детей, сотрудники ГИБДД подарили им светоотражающие браслеты. На занятия пришли и юные инспекторы ГИБДД «Люберец». Ребята напомнили второклассникам о главных правилах дорожного движения. Нам подарили такие наклейки, чтобы мы их приклеили и всегда знали, что надо соблюдать правила дорожного движения. Сначала надо налево посмотреть, потом направо. Нужно переходить дорогу только на зеленый цвет. Еще нам показали видео «Засветись», чтобы быть заметными на дороге. А еще я это расскажу своей младшей сестре. Социальный раунд «Засветись» будет проходить на территории Московской области до 24 октября. Это поможет снизить количество аварийных происшествий на дорогах. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.